Всем привет! Это Александр Богданов. Вот так каждое утро у меня начинается день. Сейчас в Петрозаводске 9 градусов, плюс 9 градусов. Вода в реке Лососинки ледяная. И все это стало возможным благодаря тому, что две недели тому назад я вписался в программу Пентусевич Body Design и принял для себя решение, что буду вставать рано, в 5 утра, бегать на речку, купаться. И все это стало возможно благодаря тому, что я чувствую каждый день очень мощную, очень сильную поддержку тех людей, которые находятся в группе в Фейсбуке. Я благодарен за каждый лайк, я благодарен за каждый отзыв. И вот сегодня я показываю свой образ жизни. Сейчас я искупался. Я попросил здоровья у природы. Я попросил здоровья всем своим родным и близким. Окунулся 3 раза. После этого сейчас я буду делать энергетические практики. Сделаю обязательно цигун. И после этого побегу вот так вот до пояса в одних шортах уже в сторону дома. Люди будут встречаться мне, как и вчера, в капюшонах, в куртках теплых, будут смотреть на меня с ужасом. Но меня это нисколько не смущает, поскольку мне очень кайфово, мне классно, благодаря тому, что я принял для себя решение, что каждое утро я буду вставать в 5 утра, буду бегать и буду вести совершенно новый для себя образ жизни. Отдельную благодарность я хотел бы сказать Михаилу Пентусевичу за то питание, которое он предложил. Сегодня я питаюсь уже целую неделю одной зеленью. Это прикольно, но есть результат. На ремне -3 дырки, и я чувствую себя гораздо легче. Чувствую, что меняется мое отношение к питанию. Но при всем при этом я уже человек продвинутый, 10 месяцев не ем мясо. Впереди мясная неделя, но я думаю, что пройду и эти испытания. Еще один момент хочу очень отметить. Я давно уже не подходил к спортивным снарядам, к турнику, там еще каким-то там вещам. Сейчас я за эту неделю сделал для себя рывок. В начале недели я потянулся всего лишь 1 раз, потому что давно этого не делал. Ну, боялся разорвать мышцы, связки, потому что надо все-таки очень аккуратно это делать. Вчера я подтянулся 5 раз. К концу следующей недели я поставил цель 10 раз. И к концу программы я запланировал выйти на результат 30 подтягиваний, как это было в лучшие годы. И все это благодаря той мощной поддержке, которая есть в группе. Я всех благодарю, я всех обнимаю. Всем огромное спасибо за то, что мы вместе. С вами был Александр Богданов.